Всем здравствуйте! Добро пожаловать на канал о цветах, вязании и рукоделии. Сегодня предлагаю вам связать вместе со мной милые тапочки-котики. Пожалуйста, читайте описание под видео, возможно, там есть ответ на ваш вопрос. Вязала я такой пряжей, спицами номер 3,5 и крючком номер 2,5. Сначала вяжем крючком кошачью мордочку, затем приступаем к работе спицами. Эта модель будет со швом по подошве. В следующий раз мы свяжем тапочки с кошачьей мордочкой без шва. Вы сможете выбрать тот вариант, который подойдет вам больше. Я уверена, что вам понравится процесс работы и вы останетесь довольны результатом. Итак, приступим. Набираем 42 петли. Итак, набрали 42 петли. Обратите внимание, что после набора петель должна остаться нить для того, чтобы сшить подошву. Примерно 60 сантиметров. Эту нить можно смотать, чтобы она не мешала при работе. Приступаем к вязанию. Все ряды вяжем лицевыми петлями. В первом ряду первую петлю провяжем, в следующих рядах кромочную петлю будем снимать. В следующем ряду кромочную снимаем и продолжаем вязать лицевыми петлями. Провязали 8 рядов. По кромочной можем посчитать их 4. 1, 2, 3, 4. В следующем ряду вяжем 18 петель. Теперь закрываем средние 6 петель, 2 петли вместе. Получившуюся петлю возвращаем на спицу. Закрыли одну петлю, вторую, третью, четвертую. Пятую, шестую и вяжем ряд до конца. С двух сторон от центра на спице по 18 петель. Теперь берем нашу кошачью мордочку и вводим ее в работу. Сейчас провяжем 18 петель. По краю мордочки наберем петли и провяжем оставшиеся 18 петель. Провязали 18 петель. И с помощью крючка будем набирать петли по краю головы котика. Крючок ушко. Подхватываем нить. Вытягиваем петлю. И надеваем ее на спицу. Подтягиваем. Следующую.
Вот у меня конец наборной нити. Провязали 18 петель. Вот закрытые петли. И набираем по краю мордочки. Вот здесь остается дырочка. Вот так. Середина мордочки, чтобы было удобнее работать, вытяните петлю и продолжайте набирать. Закончили набирать петли по мордочке. Вот так сейчас выглядит работа. И в этом ряду осталось довязать 18 петель. По краю мордочки я набрала 40 петель, здесь 18, здесь 18, и всего у нас 76 петель. Продолжаем вязать в каждом ряду лицевые петли, туда, обратно. Петли, которые набирали по краю головы, провязываете так, чтобы они не перекручивались. Тогда будет аккуратно. Связали ровными рядами туда-обратно 9 рядов. Отметим середину маркером. С двух сторон от маркера по 38 петель. Также отметим маркерами 2 крайние петли. В лицевых рядах будем делать убавление, провязывая 2 петли вместе с этой стороны от маркера, 2 петли вместе с этой стороны и в середине. С двух сторон от маркера 2 петли вместе и 2 петли вместе. Итак, сейчас лицевой ряд вяжем. Переносим маркер и провязываем 2 петли вместе лицевой петлей. Подтянули петлю. Вяжем до среднего маркера. До маркера 2 петли, провязываем их вместе лицевой петлей. Петлю подтягиваем, переносим маркер и 2 петли после маркера провязываем вместе
лицевой петлей. Продолжаем вязать. И 2 петли до маркера провязываем вместе лицевой петлей. Переносим маркер, вяжем ряд до конца. Продолжаем вязать, делая в лицевых рядах убавления возле маркеров. Вот так выглядят убавления. Сейчас на спице 52 петли. С этой стороны 26 петель и с этой стороны 26 петель. Можем посчитать кромочные петли вот с этой стороны, где кончик нити. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 кромочных петель. Теперь закрываем петли, провязываем петли изнаночными. 2 петли вместе изнаночной петлей, получившуюся петлю возвращаем на спицу. 2 петли вместе изнаночной петлей. Закрыли петли, обрезаем нить. Теперь осталось сшить задник, переходящий в пяточку, и подошву. Сейчас нам нужна ниточка, которую мы будем сшивать. Задник и подошву я буду сшивать разными способами. Выберите для себя удобный способ или сделайте так, как я. Я буду вводить иглу под кромочные петли. Вот так. С одной стороны и с другой стороны. При сшивании обращайте внимание на то, чтобы эти волны совпадали. Итак, с одной стороны. И с этой стороны. Закончили сшивать задник, пяточку. Все аккуратно. Вот так это выглядит с изнаночной стороны. Шов на подошве будет таким, который не будет мешать при ходьбе. На подошве будем сшивать таким образом. В закрытую петлю вводить иглу с одной стороны. И с другой стороны. Вот так. Не затягивайте нить. С одной стороны, с другой стороны. Это очень легкий шов. Получается аккуратно. И не мешает при ходьбе. Но тот шов, который на пяточке и на заднике, он тоже мягенький получается. Вот так аккуратно все получается. Вот оставшиеся петли нанизаем по кругу и аккуратненько стянем.
Все, завязываем узелок. И прячем конец нити в работе. Начинается вязание с носика. Для начала работы делаем скользящую петлю, короткий конец нити кладем на пальцы, обвиваем их, нить перехватываем и начинаем вязать крючок в кольцо. Подхватываем нить, вытягиваем петлю, вяжем 3 воздушные петли. Дальше вяжем 2 столбика с одним накидом. Делаем накид. Вводим крючок в кольцо, подхватываем нить, вытягиваем ее, делаем накид, протягиваем через 2 петли, накид, через 2 петли и еще один столбик. Чтобы были аккуратные переходы между цветами, этот столбик я не довязываю пока. Обрезаю нить, продолжаем вязать нитью белого цвета, заканчиваем этот столбик, делаем накид и протягиваем через 2 петли. Дальше вяжем 2 воздушные петли, 1, 2 и 3 столбика с одним накидом в кольцо. Один, два, три столбика. Две воздушные петли. Три столбика. Две воздушные петли и снова 3 столбика. Две воздушные петли и замыкаем ряд. За конец нити тянем, стягиваем серединку. Делаем соединительный столбик. Вот вершина третьего столбика, вершина второго столбика и в соседнюю петлю провязываем соединительный столбик. Вот такой квадратик получился. Теперь соединительными столбиками продвигаемся вот в эту арку из 2 петель. За заднюю стеночку кольца будем провязывать соединительный столбик. Один. Второй. И вот в эту арочку третий. Вяжем 3 воздушные петли подъема, 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 1, 2, и в эту же арку снова 3 столбика с одним накидом, 1,
2, 3. То есть в каждый уголочек, сюда, сюда, сюда и сюда, вяжем вот как уже связали, 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика. Свяжем еще один уголок вместе. Три столбика, 2 воздушные петли и сюда же 3 столбика. То же самое надо теперь сделать здесь и здесь. Закончили ряд, соединяем его соединительным столбиком. Разворачиваем вязание в эту арочку, крючок, подхватили нить и вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3 и 2 столбика. 1 и 2. Белым цветом вязать закончили. Обрезаем нить. Переходим к вязанию серым цветом. Вот что сейчас у нас в работе. Подвязываем нить в этом уголочке. Вяжем 3 воздушные петли. Сюда вяжем 3 столбика с одним накидом. В этом уголочке вяжем 3 столбика. Две воздушные петли и снова 3 столбика. Здесь провязываем соединительные столбики, чтобы продвинуться в эту сторону. За заднюю стеночку петли крючок и соединительными столбиками продвигаемся. В этот уголочек вяжем 3 столбика. Две воздушные петли, сюда же 3 столбика, три столбика сюда. Три воздушные петли и соединительный столбик в этот уголок. Разворачиваем вязание. Вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Сюда вяжем 3 столбика.
В уголочке вяжем так же, как и вязали, 3 столбика. И сюда же 3 столбика. Сюда 3 столбика. Три столбика. Это уголок, значит, сюда вяжем 3 столбика. Две воздушные петли и 3 столбика сюда же. Три столбика. И здесь 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И замыкаем ряд. Обрезаем нить. Вязать головку котика закончили. Сейчас делаем ушки. В уголочек подвязываем нить. Вяжем 2 воздушные петли подъема. 1, 2. И вяжем 2 столбика. В итоге это 3 столбика должны быть с одним накидом и с общей вершиной. Делаем накид, вытягиваем петлю, провязываем 2 петли, не довязываем этот столбик. И снова накид, вытягиваем петлю, делаем накид, провязываем 2 петли. И вот когда у нас 3 петли на крючке, делаем накид и провязываем их вместе. Провязываем 1 воздушную петлю. И вот сюда вяжем 3 столбика с одним накидом и общей вершинкой, как и здесь. 1, 2, 3. Делаем накид и через все петли протягиваем. Разворачиваем вязание. Сейчас у нас будет здесь столбик, здесь 3 столбика в серединке, и все они будут с одной общей вершиной. 2 воздушные петли подъема, 3 столбика в серединке, 1 столбик вот здесь, в вершине предыдущего ряда. Делаем накид и провязываем 5 петель на крючке. Обрезаем нить. Одно ушко у нас готово. Аналогично вяжем второе ушко. В этом месте подвязываем нить. Вяжем 2 воздушные петли.
и 2 столбика. Первый, второй, и теперь все столбики вместе. 1 воздушная петля и в уголочек 3 столбика с одним накидом и общей вершиной. Разворачиваем вязание, 2 воздушные петли, в середину 3 столбика, 1, 2, 3 и 1 столбик в вершину предыдущего ряда. И теперь 5 петель провязываем вместе. Вот такая красота получается. Подтянем середину. И вот эта нить, за которую мы тянули, вытянем ее на лицевую сторону. Протянем ее вот сюда. Снова вытянем. Вот так. И уведем ее в середину. Вот такая милая мордочка. Сейчас надо спрятать все концы в работу и сделать глазки. Нить обрезаем и завязываем узелок. Теперь зрачок делаем. Глазик готов, второй делаем точно так же. Из этой пряжи, этим номером спиц и моей плотностью вязания получился вот такой размер. Не забывайте, что это вязание очень сильно тянется, поэтому размер может быть такой или же на 2 размера больше. Высота 8 сантиметров. Здесь 2,5. Все это размеры примерные, потому что, еще раз повторяюсь, все это тянется. Ну вот, в спокойном состоянии замеры такие. Если вам нужен размер больше, значит, в самом начале вязания набирайте больше петель. Соответственно, здесь будет больше. И вы так увеличите размер. Если вам надо связать тапочек на ножку потолще, ну, то есть с подъемом повыше, значит, ровных рядов свяжите большее количество. Это те ряды, которые идут до убавления. Точно так же, если вы хотите размер меньше,
Просто вначале набираете меньше петель. Наша работа закончена. Надеюсь, у вас все получилось и вам понравилось. На сегодня все. Всего вам доброго!